Юрист – представитель сложной, но интересной профессии. Ему каждый день приходится с головой погружаться в самые разные вопросы. Все ради одной благородной цели – помочь людям разобраться в проблемах и спорных ситуациях. Среди представителей этой сферы – судьи, адвокаты, полицейские, прокуроры и многие другие. Эти профессии требуют не только высоких знаний в законодательной сфере, но и особых человеческих качеств. Работа юриста, наверное, требует очень огромного усердия. То есть нужно постоянно изучать все законодательства, изменения в нем, то есть иметь хорошую память, чтобы уметь это применять все на практике. Один из главных навыков, без которого юриста представить невозможно – умение быстро ориентироваться в любой ситуации, особенно в сложные моменты. Работа предполагает появление новых неожиданных задач, которые необходимо решить здесь и сейчас. Без этого разобраться в деле не выйдет. Это особенно тяжело тогда, когда юристу приходится помогать сразу нескольким клиентам. В такой ситуации приходится учиться многозадачности на ходу. Именно это зачастую и вдохновляет просыпаться по утрам и идти на работу. Хотя утром подниматься на работу, это, как и для многих людей, это проблематично для меня, но стараюсь, потому что хочется совершенствоваться все время, работать и, соответственно, зарабатывать деньги, чтобы содержать свою семью. Желание идти на работу с улыбкой вызывает и ее разнообразие. Назвать профессию юриста рутинной ни в коем случае нельзя. За свою работу специалисту этой сферы приходится сталкиваться с самыми разными задачами, каждая из которых требует особого подхода. Иногда это утомляет, но никогда не набивает оскомину. Есть, разумеется, и негативные стороны. Работа юриста может быть опасной, особенно если разбираться в самых спорных историях. Однако это лишь капля в море, которую с лихвой компенсирует интерес, разнообразие, сложность и гордость за себя. Человека, который своим умом и логикой помог другому. Никита Егоров, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.